Мы ходим по берегу озера Сиваш и собираем мусор. Это, конечно же, важно, потому что мы должны сохранять экологию нашей воды местной. Это очень важно. Полиэтиленовые пакеты, пластиковые бутылки, обрывки бумаги, чего только не оставляют после себя люди на берегах озер. Во время акции по очистке от мусора территории вокруг озера главные эксперты отдела экологии и охраны окружающей среды администрации округа Кирилл Цурков вытащил из воды даже автомобильную шину. Необходимо бережное отношение к природе и бережное отношение еще к тому месту, где живешь. Пришел, кинул мусор, ушел. Нет, пришел, кинул, собрал. С собой унес лучше мусор. И это необходимо еще в пропагандистских целях, так сказать. Для того, чтобы людям показывать, что это необходимо, что это правильно так себя вести. И надо, что это в правило себе внести, забирать мусор с собой, потому что это портит экологию кругом. В данном случае здесь портит экологию водного объекта, озера Сиваш. Сюда, в красивейшее место Щелково на озеро Сиваш, этих неравнодушных людей сегодня привела всероссийская акция по очистке от мусора берегов водных объектов «Вода России». Эта акция проводится повсеместно в нашей стране с 2014 года и с каждым годом расширяет свою географию. Она – часть федерального проекта сохранения уникальных водных объектов национального проекта «Экология». За 10 лет своего проведения акция стала по праву считаться крупнейшей экологической инициативой в России. В Щелкове ее провели сотрудники отдела экологии и охраны окружающей среды администрации округа. Вместе с волонтерами природоохранных объединений и активистами Молодой гвардии Единой России они собрали и вынесли с берегов озера Сиваш более 10 мешков мусора. Андрей Цеханович, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.